Приветствую вас, дорогие зрители, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в станице Гастагаевской на улице Пирогова, где хочу сделать экскурсию по индивидуальному строению дома площадью 125 квадратных метров. Дом полностью уже облагорожен внутри и снаружи. Площадь участка 7,4, фасад 16 метров. На фасаде установлен хороший красивый забор с автоматическими воротами. Придомовая территория выложена тротуарной плиткой. Из коммуникаций в доме здесь есть свет 15 кВт, вода центральная, септик. Во дворе выполнено качественное благоустройство. Уложена тротуарная плитка, обустроено много клумб и продумано еще много всяких мелочей. На передней части двора мы видим навес перед гаражом, под который помещаются две машины. Гараж очень просторный. Здесь помещается даже большой легковой автомобиль. И еще есть место, чтобы разместить различный хозяйственный инвентарь на стеллажах. А за помещением гаража расположено помещение, в котором установлено различное оборудование и спуск в подвал. На заднем дворе расположена очень уютная зона отдыха. Расставлена всепогодная садовая мебель, обустроены клумбы. Возведена просторная летняя кухня. Внутри установлен большой кухонный гарнитур. Расставлены диваны и кресла, обеденный стол с красивыми стульями. Установлена сплит-система для отопления зимой и охлаждения помещения летом. Рядом с кухней расположен душ и туалет. С другой стороны кухни размещается мангальная зона. На данном участке также есть место для большого крытого бассейна. Рядом с бассейном есть зона с шезлонгами, где можно полежать под лучами теплого южного солнца с видом на прекрасный молодой сад. Теперь поговорим о доме. Дом построен из газоблока 240-го, утеплен каменной ватой, пятеркой. Фасад дома облицован дагестанским камнем. Общая площадь дома 125 квадратных метров. Планировка первого этажа такая же, как в нашем серийном проекте 125 квадратных метров. Крыльцо облицовано плиткой, установлена массивная надежная входная дверь. В прихожей расположена лестница на второй этаж и гардероб для верхней одежды. Далее мы проходим в шикарную кухню-гостиную. В зоне эркера расположена зона отдыха.
правой части размещается кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой. Также отсюда есть выход на задний двор дома. Здесь же на первом этаже расположена спальня и санузел. Здесь очень светло, так как большую часть дня солнце светит прямо в окошко санузла. На второй этаж ведет удобная деревянная лестница из бука. В коридоре второго этажа располагается большой шкаф для вещей. Налево из коридора находится детская спальня. Справа санузел. Прямо по коридору еще одна спальня, родительская. Из родительской спальни есть выход на большой крытый балкон. Если вас заинтересовал наш дом, то вы можете звонить в отдел продаж, писать нам ниже в комментариях. Мы обязательно ответим на ваши вопросы. Подписывайтесь на наш канал, у нас впереди еще очень много чего интересного, много новых проектов, поэтому будьте с нами. С вами был Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Всем пока!